Здравствуй, Ваня. Как твои дела? Я все жду, когда мы с тобой вместе споем. Ничего, дорогой. Будешь говорить, будешь петь. Самсоныч тебя таким песням научит. Добрый день, Николай Самсоныч. Здравствуйте. Пойдемте ко мне в кабинет. Ничего. Ничего, дорогой. Здравствуйте. Здравствуйте. Познакомьтесь. Инга Валерьевна, наш воспитатель. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, а это личные дела деток, с которыми вы хотели познакомиться. А тот мальчик, которого мы сейчас на улице встретили, милый такой. А вы знаете, не хотела вам говорить. Ваня хороший мальчик, но он не разговаривает. Что, совсем? Позвольте, я скажу. Для своего возраста Ваня прекрасно развит. Он поделки делает чудесные. Инга Валерьевна, мы с вами обсуждали эту ситуацию уже не раз. Вопрос, конечно, щекотливый. Ваня проблемный мальчик. Он, к сожалению, совсем не приспособленный к жизни в обществе. И он должен находиться в специнтернате, а не у нас. Это скорее исключение. Впрочем, он туда все-таки и отправится. Очень жаль. Вань, что случилось? Следующая участница. Она думала, что всю оставшуюся жизнь будет медсестрой. И танцевать в самодеятельности своего тюменского дома культуры. Но она рискнула и приехала к нам. Семьи. Встречайте, Анна Русанова, 25 лет, Тюмень, поехали! Боря, если ты будешь всех заворачивать, мы здесь заночуем. Ну, значит, заночуем. Я не планировал собирать бездарности. Ты посмотри, какая девочка. Ты в какой шаг. Они все хороши, пока им что-то от тебя нужно. Жаль, что потом все заканчивается. Жены приходят и уходят. А искусство вечно. Русанова нравится. Очень даже неплохо. Я согласна с Федором. Ну, на ножках стоит, спинка ровная. Глазки какие выразительные. Ой. Ой,
Ну что же ты остановилась? Продолжай. Ну танцуй. Да не надо, спасибо большое за выступление. У нас тут конкуренция, права на ошибку нет. Спасибо большое, всего доброго. Ну ты смотри, а. Ну жалко же девчонку-то. Так долго ехал до Петербурга, и вдруг тебе. Вы смотрите «Танцкласс». Друзья мои, у нас осталось еще одно вакантное место. Вы помните об этом? У нас списки закончились. Так, мы что, всех заново будем просматривать? Боря, давай, решай что-нибудь. А что, при чем здесь я? Я, между прочим, больше вас заинтересован в новых талантах. У меня проект на подходе. Борис, а мы знаем. Анна Каренина. Новая оригинальная постановка Бориса Вольного. Слушайте, ну если бы мне хотя бы показалось, что хоть... А мне еще как показалось, Боря. Это девочка из Тюмени. Вот, я поддерживаю Верочку. Это кто? Ну, хорошо, ну давайте дадим кому-нибудь еще второй шанс. Аня из Тюмени, Семен. Аня... Русанова, вот. Аня Русанова, Семен. Верочка, только для тебя. Вернули ее. Дорогие телезрители, мы с вами практически потеряли Аню из Тюмени. Но великодушная жюри... Да тихо, не волните! Подарила Анне еще один шанс. Надеюсь, ты его не упустишь. Поехали! Случилось. Ваня заговорил. Ну, заговорил, это хорошо. Это не может не радовать. Ваня заговорил. Mm-hmm. Ну и что он говорит? Он по телевизору маму свою увидел. Узнал ее. Маму? Какую маму? Она там в шоу участвует, танцует, такая хорошенькая. Мне показалось, что очень добрая девушка. Mm-hmm. Подождите, вы что, уходите? А как же Ваня? Мы же должны сообщить ей, что он здесь. Марина Геннадьевна, но в жизни бывают разные обстоятельства. А это его шанс на семью, на нормальную жизнь. Так, ты идешь? Инга Валерьевна, вы хорошо готовите борщ? Да. Ну, мама в основном.
А я хорошо. И в людях я разбираюсь хорошо. Но узнал он ее. И что? Она его бросила, когда ему было 4 года. Сидел на улице, прижав к себе шар стеклянный. И записка в кармане. Меня зовут Ваня. И все. Не нужен он ей. И она ему не нужна. А сейчас мы находимся за кулисами популярного танцевального конкурса «Танцкласс». Давайте знакомиться с участниками. А вот Наночка. Эту красавицу все знают по Инстаграму. Нана, сколько у тебя подписчиков? Надеюсь, после моей победы их станет еще больше. Я среди них. А вот Никита Вольнов. Настоящая интрига. Сын председателя жюри. Никит, как ты сам к этому относишься? Я такой же участник, как и все. Кстати, сам Борис отказывается комментировать участие своего сына в проекте. А вот самый интересный персонаж. Спасенная Борисом Вольновым Аня из Тюмени. Аня, какие чувства вы сейчас испытываете? Не знаю, восторг, наверное. Все кажется нереальным. Ну давайте, пользуйтесь случаем. Сейчас вас видит вся Тюмень, ваши близкие, друзья. Можете передавать приветы. Вы знаете, я бы хотела попросить прощения у одного очень близкого мне человека. Так, это интересно. Да, это очень родной для меня человек. И ради танца я... И ради танца Анечка пошла на жертвы. Все мы чем-то жертвуем ради своей мечты. Известный хореограф Вера Романова, член жюри конкурса «Танцкласс». Спасибо, Вера. Давайте знакомиться с остальными участниками. О своих грехах на исповеди, а на камеру по сценарию. Спасибо. Так. Ну вот и чего ты не радуешься? Так, Николай, ты только не начинай, а то у меня уже от этих разговоров голова пухнет. Может, повзрослела, одумалась, заберет пацана. Увидит, какой красавец, точно заберет. Угу. Где ты видел, чтоб такие, как она, за отказниками возвращались? Ты, Марина, не такой раньше была. Уж чудо, что парень слово сказал. Почему ж другому чуду не случится? Да потому что чудес не бывает. А ты найди ее, поговори. +8. Слушай, чини стул, а? У тебя это хорошо получается. Я еще за танцоршами бегать буду. У меня он не один. У меня таких 50. До сих пор не верится, что с самим больным буду общаться. Даже с двумя. Точно. Только что-то наш тренер к нам не торопится. Так, всем день добрый. Небольшой организационный момент. Надеюсь, вы оценили условия, которые мы создали для вас. Согласитесь, удобно. Репетиционный зал и общежитие рядышком в соседнем здании. Удобно? Хорошо. Так, ребят, сразу призываю всех к дисциплине. Пропускайте репетицию без уважительной причины, мы с вами прощаемся. Также покидайте общежитие без уважительной причины, мы с вами прощаемся. А что считается уважительной причиной? Да, задаете глупые вопросы, мы с вами прощаемся. Учтите, мне интересно работать только с победителями. А вам шансов на победу больше никто не даст. Так, давайте начнем работать. Да. До вечера. До вечера. Ничего не забыла? Нет. Вась. Ой. А может, на следующей неделе заявление напишем? На кого? Не на кого, а куда? В ЗАГС? А я уж подумал, в полицию. Чего ринусь? Ты уж замуж не терпешь. Не обидишься, что я сама купила? Рит, ну ты чё? Рин, ты предупредила бы. Тут Вась, как-то... ну я и размер знаю. И магазин где со скидками. Хотела как лучше. Да я понял. Да. Только ты давай на моем поле-то больше не играй. Женские штучки свои брось. Прости меня, Васечка. Да ничего. До вечера. До вечера. Ты больше ничего не покупала?
Смотри у меня. А ну-ка, повтори. Как ты вчера сказал? Мама. Ай, молодец. А скажи, Самсоныч, ты меня не уважаешь. Почему молчишь? Здравствуй. Добрый день. Я знал, что парень заговорит. Да, я уже давно не была так счастлива. Хотелось бы еще словечко, еще. Нет, девочка, две мечты сразу не сбываются. Сказал слово, уже счастье. А ты куда собралась, Инга? В Питер. Вот Зотова вот ругаться будет, что без ее разрешения. Может, не поедешь? Я еду туда ради Вани, и ничье разрешение мне не нужно. До свидания. Цел? Черт! Ты мне машину поцарапал. Ну, конечно. Железка важнее человека. Не хами. Мама говорит, хамство мне досталось от тебя по наследству, вместо алиментов. Врет твоя мать. Деньги я высылал регулярно. Спасибо, папочка. Ты на этот конкурс специально приехал позлить меня? Ну, конечно. Ты же у нас пуп земли. Все делается только ради тебя. Ну, а зачем тогда? Ты же не танцор. Мне плевать на твое мнение. Ты мне не отец. Ты вылетишь быстро, я тебе обещаю. Алло, мам. Привет. Здравствуй. Сегодня должны были отборочный тур показывать. Видела? Нет, не видела. Мне это неинтересно. Сердишься на меня из-за денег? Мне на билет не хватало, я верну. Ань, но при чем тут деньги? Я просто переживаю за тебя. Мамочка, да у меня все хорошо, правда. Нас заселили в общежитие. Соседку мою зовут Нана. Тут правила строгие, у нас всего один выходной. Мам, ну я же прошла дальше, значит, уже сюда не зря приехала. Аня, зачем тебе это все? А что будет потом, когда все это закончится? Бросила работу. Все это блажь. Мам. Предки. Мама. Я своим все в 15 лет сказала. Это моя жизнь. Если хотите войти, стучите. Так, продолжим. Вы как вас там, из Тюмени? Аня. На середину. И ты. Дуэт с самого начала. Быстрее, не спим. Готовы? Поехали. Амплитудней. Хорошо. Амплитудней. Не смотрим в пол. Держим ее, держим. Извините, она сказала что-то с ребенком. Так, стоп, что такое? Ваня узнал вас, он по телевизору увидел. Тут 2 часа на электричке. Ваня очень хороший мальчик. Он вас так ждет? Кто такой Ваня? Ваш сын. Он у нас в детском доме. Я ничего не понимаю. Что происходит? Если вы приедете, то ему это очень поможет. Аня, вы отдали ребенка в детский дом? Извините, не помешал? Часу не прошло, а ее история взорвала весь интернет. Это ерунда какая-то. У меня нет сына, у меня вообще нет детей. Может, как-то замять эту историю? Конечно, конечно, как-то надо замять. Кто-то должен дать комментарии, к примеру, что мы осуждаем, ну, я не знаю, отстраняем, в конце концов. Нет, я хочу, чтобы вы поняли, и лично я вас не осуждаю. Почему вы меня не слышите? Это все неправда. Да слышим мы тебя, слышим. Просто от тебя уже ничего не зависит. Расслабься. Хватит. Ладно, вы идите. Только я прошу, ни с кем ничего не обсуждайте, хорошо? Мы вам сообщим.
Понимаю. Хорошая девочка. Но надо выгонять. У нас танцевальное шоу. Все должно быть весело. А сегодня ее сын нашел. Завтра ее мама найдет. Это другая передача. Так что, думай. Аня, подождите. Я понимаю, вам было стыдно, вы поэтому не признались. Но теперь мы одни. Так бывает, вы были молоды, тут еще ребенок. Такая ответственность. Вы просто испугались, вы поэтому его бросили? Я никого не бросала. Да он за все время, что был у нас, ни слова не сказал, а вчера увидел вас. Я очень рада за мальчика. Правда. Может, я просто похожа на его маму? Не ваш? Честно? Вы меня извините, пожалуйста. А что, он совсем до этого не говорил? Совсем, понимаете? Просто чудо. Я поэтому и подумала, что вы... Ну, если ничего не изменишь, может быть, вы навестите Ваню? Пожалуйста, ему это поможет. Он очень будет рад. Я не думаю, что это хорошая идея. Я записала номер. Если вдруг надумаете. Ну, как все прошло? Почти прошло. Сейчас Вася у хирурга, который его бывшую покойную жену оперировал. Золотая ты баба, Регина. Он тебя хоть ценит? Ведь поехала с ним в другой город бывшую хоронить. А ты думаешь, я бы его отпустила к бывшей хоть и хоронить одного? Чувство юмора не потеряно. Это уже хорошо. Радует, что вся эта свистопляска кончилась. Распишемся, как люди. Ура! На свадьбе погуляем. Я такое платье видела. Отпад. Слушай, какая свадьба? Третий год вместе живем. Съездим куда-нибудь. Ой, все, давай, пока Вася идет. Поехали скорее домой. Кто это? Мой сын. Лена перед операцией письмо врачу отдала. Сказала мне передать, если вдруг чего. Предусмотрительно. Она, кажется, беременна была и мне ничего не сказала даже. А и куда она его дела? В детский дом отдала? Да. Как щенка бросила. Так. Ну ничего, я его найду. Извините. От вашей экспрессии можно заикой стать. Борис Александрович, если бы вы знали меня, вы бы не поверили в эти сплетни. Я, кажется, говорил вам, что не осуждаю вас. Если бы все, что обо мне говорят, было правдой, я бы не смогла танцевать. Танец — это радость. Неужели? Да. Когда я танцую, я ощущаю, не знаю, свободу, жизнь, силу. Танец — это самое настоящее во мне. Я должна быть здесь. У вас, кажется, есть профессия, да? Вам 25 лет. Ну, признаемся, многовато для начинающих. Вы приняли решение, да? Верните сумку, пожалуйста. И не надо меня больше караулить. Да. Вы остаетесь в конкурсе. Извините.
Алло, Инга. Здравствуйте, это Аня. Как хорошо, что вы позвонили. Вы приедете? Пока не знаю. Инга, вы не могли бы мне выслать фотографию этого мальчика? Как его, кстати, зовут? Ваня. Ваня. Кстати, я остаюсь в конкурсе. Я поздравляю вас. Это прекрасно. Ань, вы приезжайте, он вас очень ждет. Я подумаю. Конечно. Я пришлю вам фотографию. До свидания. Это он? Да. Слушай, а мне вот интересно, ты это все специально подстроил? Господи, ты туда же. Нет, ну правда, скажи, я тебя не выдам. Есть грешок? Да, грехи есть у всех, но этот не мой. Так, кому-то особое приглашение нужно? Нет. Вася! Вась, ты что-то забыл? Что случилось? Ты не заболел? Да нет. Мысли просто эти из головы не выходят. Как он эти 6 лет прожил? Какой он? И что я вообще... Что я почувствую, когда увижу его? Скажи честно, зачем ты хочешь его найти? Серьезно? Ну, ты можешь считать меня бессердечной, но кто-то из нас должен мыслить трезво. Вот найдешь ты его. Кстати, почему ты решил, что он твой? Потому что покойная жена, которая тебя ненавидела, так написала? Ну, я не знаю. Так, хорошо, нашел. Ну. Что ты ему скажешь? Привет, я твой папа. Подаришь машинку и уедешь. Регин, я вообще думал, мы его вместе к себе заберем. Вот ты где. Что делаешь? Рисуешь? Ух ты! А это тоже ты нарисовал? А это кого ты нарисовал? Мама. А это? Ваня. Ты смотришь, как мама танцует? Тебе нравится? Да, мама у тебя хорошо танцует. А может... Слушай, Ванюш, а может, ты покажешь, как мама танцует? Присаживайтесь. Откуда у тебя фотография мальчика? Что, уже доложили, да? Так все-таки. Просто стало любопытно, кто там во мне признал маму. Любопытно я стал. Я попросила девушку, которая приезжала из детдома, помните? Вот. Она, кстати, просит приехать навестить его. Так, хватит. У нас здесь танцевальное шоу. И нам нужно, чтобы все забыли эту историю, это понятно? Нужно, чтобы все забыли эту историю. Кстати, а почему?
Рейтинги и программы только растут. Может, нет, я сказал. Я просто думала, может... Тебе не надо думать. Ты просто делай то, что я тебе говорю. Если будут спрашивать, скажи, что мальчик ошибся. Извините. Конечно, тебе очень жаль, но ты тут ни при чем, это понятно. Ровно? Готов? Здравствуйте. Как вы думаете, почему этот мальчик принял вас за свою маму? Не знаю. Наверное, я похожа на нее. Но все подумали, что именно перед ним вы извинялись после отборочного тура. Нет, я извинялась перед своей мамой. Я взяла у нее деньги на билет сюда, она не знала. А, вот какая драматичная история. Ну а что же, бедный сиротка, вы о нем просто забудете? Так, извините, давайте будем задавать вопросы корректно. Хорошо. Вы, очевидно, не понимаете, в каком темпе и интенсиве проходят репетиции, естественно. Кроме конкурса, Ане просто некогда думать о чем-то еще. Ваша история очень печальна, но Аня тут при чем? Ну нет, ее уже никто не обвиняет, просто интересуюсь... Повидается ли она со своим названным сыном? Конечно, не только она. Мы запланировали со всеми финалистами конкурса после съемок навестить ребят в этом детском доме, правильно? Да. После финала у нас запланированное мероприятие – выезд всем танцклассом в детский дом, а потом в Эрмитаж. Вот как. Это был диалог с Анной Русановой из проекта «Танцкласс». Вот такие новости. Спасибо. Главное, держусь. Вольнов. Девушка, оставьте нас. Я сейчас. Чего нужно? Обещанная главная роль. Ну, это было в другой жизни. До того, как ты облила меня грязью на всю страну. Я же не виновата, что грязь к тебе так хорошо липнет. И потом я сказала просто правду, что ты пытаешься вылезти за счет моей карьеры. Какую правду? И ты получила все, что хотела. Мало? Ну и потом, для Анны Карениной ты просто не в форме. Вот это правда, Ира. Ну и сволочь же ты, Вольнов! Просто сволочь! Ненавижу тебя! Что у вас происходит? Ой, ты у меня еще попляшешь! Ира, привет. Пока! Привет. О! А у тебя хорошее настроение, кукушка? Извини. Ты это пацану скажи, а не мне. Но зато прославилась. И ты туда же. Стала перед всеми оправдываться. Сын тебя узнал? Он мне не сын. И ты не имеешь права так со мной разговаривать. Конечно, я ведь не папочка, это ему можно все. Борис Александрович мне поверил. Поверил? Да ему плевать на тебя и на ребенка, которого ты бросила, потому что он сам точно такой же. Послушай. Отвали. Знаешь, я хочу, чтобы ты побыстрее вылетела. Это правда твоя мама? Та из телевизора? Да врет он все. Может, она его издала, потому что он гуманоид. Талант, Илю. Просто скажи, что тебя завидно, вот и все. Да пошел ты, предатель! Ваня, Ваня! Ваня, посмотри-ка. Мама! Какая ты, Анька, популярная стала. Таких, как эта Аня, надо. Прости. Жесть. Ну и как тебе испытание славой? На-на, у меня телефон сел. Можешь дать мне ноут на секунду? Хочешь про себя почитать? Держи. Нет, я просто хочу адрес детского дома узнать.
Да, мам. Аня, что у тебя там происходит? Чей это мальчик? Сегодня 9 класс, едва не сорвал урок. Поздравляли меня с внуком. Ты же хотела внуков. А мне вот не смешно. Аня, скажи мне честно, что это за история? Откуда этот мальчик тебя знает? Мамочка, не знаю, правда. Может, не стоит там оставаться? Аня, Ань, ты меня слышишь? Да. Я понимаю, как это важно для тебя, но не такой же ценой. Ты видишь, как быстро разлетаются сплетни. Мам, ты сама всегда говорила, сплетни, как грязь на подошве, засохнет, отвалится. Возвращайся домой. Мам, ты не пытаешься меня понять. Я не хочу возвращаться. Ань. Да что с тобой сегодня такое? Я просто не выспалась. И что мне сделать? Пожалеть тебя? Пришла она на репетицию. Я не могу с тобой работать, ты деревянная. Борис Александрович, можно мне завтра на утреннюю репетицию не приходить? Выспаться решил? Нет, я хочу съездить в детский дом. Мне что, послышалось? Ань, ты испытываешь мое терпение. Если конкурс репетиции для тебя так важны, как ты мне говорила, выбрось всю эту чушь из головы. Хорошо, я поняла. Инга. Беспокоюсь я о Ване. Да, честно говоря, я сама не знаю, что ему говорить. Подожди, пока ничего не говори. Пусть верит, что приедет его мать. Да никакая она ему не мать, и никто к нему не приедет. Знаешь, девочка, как в жизни бывает. Кошка чужих котят выкармливает, как своих, а родная даже не подойдет. Не в крови тут главное, в другом. А в чем? Не знаю, как объяснить. Но это здесь, это в душе, в сердце. У Вани, у тебя, у меня любовью называется. Человек ему нужен, который полюбит его как родного. Олег. О. Михалыч вчера все поменял? А что, он чем-то недоволен, что ли? Да не, я расходники имею в виду все, да? Да-да. Вась, ты прости, что я лезу. А? Тусклый ты какой-то в последнее время. Че, я самовар, что ли, чтоб сиять? Была у меня такая баба, как твоя Регина, я бы электричеством целый район обеспечивал. Да при чем тут Регина? Пап, я велик сломал. Что случилось? Да с козел меня столкнул. Он 6 класса, здоровый. Ух ты. Чего? Ой, Мишаня, козлы в поле травку жуют, Мишань. Ну ты не раскисай. Рана-то пустяковая. Вась, ты там несешь аптечку? Да, уже. Давай. Только не йодом, а то щипать будет. Не волнуйся, я перекись водорода, а она не щиплет. Ну, велик-то мы тебе, сынок, наладим. А ты знаешь что, побудь-ка ты с дядей Васей, а я пойду козлам травки дам. Стас, говоришь, его зовут? Ты чё, па, меня пацаны засмеют. Ну, давай руку свою, пока микробы не расползлись. Не щиплет? Норм, дядя Вася, совсем чуть-чуть щиплет. Может, я все-таки схожу, Мишань? Нет, па, я сам. Правильно парень растет. О, нет. Только без разборка и обвинений. Я слышал, ты хочешь съездить к этому мальчику? Хотела. Но это может стоить мне участия в конкурсе. Слушай, я... Я как бы погорячился с выводом. Да? Я заметила. Ну, я же говорю, извини меня. Значит, в детдом не поедешь. Ну, если надумаешь, скажи, отвезу тебя. На самокате? Машину найду.
Спасибо. Регин! Что случилось-то? А? Я просто не знаю, как себя вести. Это так неожиданно. Была ясность, были планы, а теперь... Сожги это письмо. Ты с этой женщиной столько лет не виделся. Что там ей в голову взбрело? Может, мстит она тебе, и ребенок этот не твой. Регина, перед смертью люди не врут. Врут, Васенька. Когда ненавидят, еще как врут. Ну, зачем он тебе нужен? Ты ничего про него не знаешь. Может, он каком-нибудь больной? Больной, здоровый, ты от меня что хочешь? Хочешь, чтобы я просто сделал вид, что не было этого письма, и все? Я не могу так. Тебе повезло, что я тогда уехала. Попадись ты мне под горячую руку, это же немыслимо, чтобы мои подчиненные меня так подставляли. Ты о чем думала, когда к ней поехала? А Ване? Сомневаюсь. Мальчику нужна не тетя с экрана. Мальчику нужна нормальная семья. Марина Геннадьевна, ну вы даже Ореховым не позволили. Не позволила, значит, не считала целесообразным. Вы сами себе противоречите. Тетя с экрана плохо, а молодая семья нецелесообразна. Так, замолчи, сопля! Ты что думаешь, у меня душа не болит за мальчика? Ты думаешь, я не переживаю и не хочу, чтобы у него все сложилось? Не надо со мной разговаривать в таком тоне, пожалуйста. Извини. Просто его уже забирали один раз. Тоже пришла такая молодая, хорошая семья. А через неделю вернули. А парень потом у меня неделю трупом лежал. Потолок смотрел. Да! Доброе утро. Извините, Марина Геннадьевна, так на двери написано. Ну надо же. Проходите, садитесь. Спасибо. Я все-таки решилась приехать к Ване. Вот. Вот видите? Видите, чем это обычно заканчивается? Замечательно. Только сейчас, волевым решением, вы собираетесь и уезжаете обратно. И не возвращаетесь сюда никогда. Я просто хотела... Я понимаю ваши душевные порывы. Пожалели сироту? Не верите мне? Верю. Но ваш визит к Ване не считаю благом для него. Не нужно давать мальчику надежду. Извините. Инга Валерьевна, проводите. До свидания. До свидания. Простите меня. Хотел как лучше. Зато вы права, как нетрудно это признавать. Хорошо, что Ваня вас не увидел. А пойдем к Самсонычу, он тебя ждет.
Собака или волк? О, слушай, да ты богач. Чего у тебя только нет, да? Красота. Это реально крутые очки. Дизайнерские. Ну как? Только в них ничего не видно. Я поняла. Тачки кота Базилио. Мартина, гони мне свои денежки. Извините, у нас обед. Можно Ваню забрать? Да, конечно. Вань, давай сбегай и приходи. Вань, я тебя здесь буду ждать. Честное слово. Ну что? Это... как его? Селфи не забыла сделать? Зачем вот так? А как, моя дорогая? Ты эту кашу заварила? Одному Богу известно, сколько мне ее доедать придется. Надеюсь, ты меня поняла. Попрощайся с Ваней и пообещай мне, что больше сюда ни ногой. Послушай, дорогой, что ты тут место натаптываешь, как наседка? Чего тебе надо? Да все нормально, отец. Я журналист, пресса. Смотри. Да я таких тебе 200 нарисую. Проваливай, нечего тут выжидать. Тоже мне пресс. А я все думаю, из-за чего он приперся. А это он, оказывается, из-за нее нащелкивает. Естественно. И за это мы должны быть благодарны Инге Валерьевне. Не так ли? Ладно, Марин, не шуми. Не ругай девочку. Она ж как лучше хотела. А вдруг все хорошо сложится для Вани? Лучше подумай, что будем делать, если не сложится. Мне на репетицию пора. А тебя, вон, небось, ребята заждались. Ну, давай, беги. Я к тебе еще приеду. Правда. Маме. Иди сюда. Ну, давай, все, беги. Что-то случилось? Ты уже пару дней сам не свой. Давай, выкладывай. Мы же не обедать сюда пришли, судя по твоему аппетиту. Регин, я решил найти и забрать сына. Я просто не могу все так оставить и сделать вид, что его нет. Понимаешь? Да, у меня, если честно, в само сердце не на месте. Ты прав, надо его найти. Да. Да? Спасибо тебе, хорошая моя. Я просто так думал, что ты что-то другое скажешь. Боялся. Я тогда пойду. Поеду в отдел опеки. Сейчас, ну, для начала. Да? Сейчас? Да. А, хочешь, я поеду с тобой? Я могу отпроситься с работы. Нет, не нужно, не переживай. Я сам позвоню тебе оттуда, хорошо? Все. Че? За рукой идем, освобождаем бедро, стопа по полу. Хорошо. Стоп, отдыхаем.
Прошу прощения за опоздание. У меня зуб разболелся, пришлось к врачу идти. Вылечили? Да. Хорошо. Давайте договоримся. Еще раз не придете на репетицию, сразу поедете домой, хорошо? Идите на свое место. Стоп. А вам кольцо не мешает работать? Идите. Так, ну что, продолжим? Давайте сначала. Готовы? И раз. Боря. Смотри, Анна Русанова посещает названного сына в детском доме. Сегодняшнее число. Что происходит? Она над нами издевается? Я разберусь. Спасибо, на сегодня все свободны. Русанова продолжает. Сначала. Да уж. Непростая ситуация. Да. Ну, вы же сможете его найти? Там в письме все написано, где, когда она его оставила, что при нем было. Ну, вы же понимаете, что прошло 2 года. Многое могло измениться. Мальчик могли усыновить. Хорошо. Пусть, но я все равно должен знать. Потребуется куча справок о вашем здоровье, жилплощади, материальном обеспечении. Я соберу. Я соберу все, что скажете, правда. Вы мне только сына найдите. Хм. Приходите через неделю. Я разошлю запросы. Вдруг что-то и получится. Еще. Быстрее. Еще быстрее. Стоп, на сегодня хватит. Не люблю, когда меня обманывают. Аня, ну зачем ты обнадеживаешь зря этого мальчика? Он же вправду думает, что ты его мама, понимаешь? Мам, знаешь, у него глаза взрослого человека. Мне почему-то вдруг стало стыдно за всех нас. А что у тебя голос такой? Все в порядке? Просто тяжелая тренировка, устала. А, ну тогда иди отдыхай, набирайся сил. А к мальчику к этому не надо больше ездить. Ну, не надо. Ладно, мам, я подумаю. Пока. Не, ну я тут с твоей маман согласна. Это ты ей еще не рассказала, как Вольнов тебя за поездку гонял. Я опоздала, он рассердился. Ну, конечно. Зачем тебе проблемы из-за мальчика, которого ты видела всего один раз? А, не слушай ее. Ты когда в следующий раз к нему поедешь, я с тобой. Я не знаю, будет ли в следующий раз. Ходи давай. А что, типа все? Матросила и бросила? А, ну конечно, может быть, ты и права, может быть, так и надо. Никитос. Что, Никитос? Ну ко мне тоже отец 2 раза за 15 лет приезжал. А знаешь, оно и хорошо, меньше вранья. А что, думаешь, так просто? Захотела, поехала? А в чем дело? Ты моего отца боишься? При чем тут это? Что ты пристал? Никого не боюсь, я не хочу его подводить, понял? Это во-первых. Во-вторых, директор детского дома, она против моих визитов. Моя мама тоже. Ну, давай. А знаешь, что ты прав? Какого черта, правда? Почему я не могу к нему поехать? Я ему обещала, я этого хочу. Мне самой это нужно. Ты куда? Прогуляюсь. А ты куда в такую рань собрался? Привет. Ты говорил, что у тебя выходной. Я думала, что мы по магазинам поедем. Надо к свадьбе готовиться. Региш, не могу. Вот обязательно, но не сегодня. Знаешь, сколько документов нужно для установления? Вот так.
Из опеки позвонят, а у меня не готовы ничего. Все, побежал. Привет. Это я. Мне нужна твоя помощь. Здравствуйте, Борис Александрович. Мне нужна ваша помощь. Я хочу сольный танец. Скоро отборочно, у меня ничего не готово. Ну, так тебе нужен танец? Я просто подумал, у тебя появились новые интересы. На репетиции ты не ходишь. Ну, я решил не навязываться. Я прошу прощения, этого больше не повторится. Ничего больше не хочешь мне рассказать? Ты ездила в детдом к этому мальчишке? А твоя добрая воля, она, конечно, достойна восхищения. Но если ты хочешь остаться здесь, то тебе не нужно тратиться. У тебя просто не хватит сил. Хочешь участвовать в моей новой постановке? Хочу. Значит, вот мои условия. На время репетиции ты целиком и полностью принадлежишь мне. Никаких посторонних дел и проблем. Никаких детдомов. Ты согласна? Я не могу. Я просто сказала, что приеду. Дело твое. Я второй раз предлагать не буду. Но ты не сможешь часть отдать ему, а часть сцене. Дети целиком и полностью забирают все твои ресурсы. Все. Уж поверь мне, я это проходил. Я вижу в тебе большой потенциал. Но чтобы его реализовать, потребуется много труда. А не нашего с тобой труда. Конкурс закончится, навещай ты кого хочешь. Но сейчас повремени с поездкой. Согласна? Согласна. Надеюсь, объяснять, что мы с вами не встречались, не нужно. Конечно. Что теперь? У вас есть неделя, чтобы уговорить своего Василия отказаться от поисков. Угу. А потом? А потом он придет ко мне, и я дам ему адрес детского дома. Закон нарушать я не стану. Ну, я думаю... Я вас как женщина понимаю. Такого пасынка себе на шею вешать никому не захочется. Какого такого? Ну, скажем так, он непростой мальчик. Нелюдимый, ни с кем не разговаривает, дерется часто. Ко мне тут директор этого детского дома заезжал, так говорит, замучила с ним. Просит о переводе его в специнтернат. А где этот детский дом? В Илейске. А вы не могли бы мне дать точный адрес? Глупости не наделаете? Нет, нет, что вы. Я просто хочу на него посмотреть. Смотрите. Совесть как плесень, чуть дашь, слабину не выведешь потом. Алло, Инга. Здравствуйте. Как ваши дела? Ань, хорошо, что вы позвонили. Ваня вас так ждет. Постоянно у ворот крутится. Инга, хотела попросить вас. Скажите, пожалуйста, Ване, что пока идут тренировки, нам нельзя уезжать, даже в субботу. Я пока не смогу вырваться. Вы же говорили, что суббота — это выходной. Да, но теперь мы будем тренироваться без выходных. Аня, а знаете, скажите ему сами, что больше не будете приезжать. Пока не буду. Нет ничего более постоянного, чем временное. Я не стану ребенка обманывать. Я не прошу вас его обманывать. Сейчас у меня нет возможности приезжать, да, но потом... Зато вы права, я нисколечко не разбираюсь в людях. Да
чего орешь? Ой, у Ванечки картинку стырили. Кирюха, сними с плиту больного! Вань, ты что, офигел, что ли? Сиди, не ори. Илюх, ты страницу вырвал? А твое какое дело? Ты что, его защищать теперь будешь? От таких гадов надо защищать. Чего ты сказал? Это из-за него все? Из-за гуманоида? Страницу отдай. На, подавись! Она тебе вообще никто! Ты дурак, что ли? Она приехала к нему. Был бы он ей чужой, зачем бы он ей тогда сдался? Да не приедет она больше. Вот увидишь. Мама. Вась, у тебя все в порядке? Да, только вот из опеки никто не звонит. Ну, послушай, всего несколько дней прошло, надо подождать. Да не могу я больше сидеть так вот, как дурак. Так. И что ты собираешься делать? Ай, не знаю. На вокзал поеду. Завтра. Ну, где она его оставила? Ой, мам, дорогая, 4 года прошло. Ну, может, помнит кто-нибудь из линейного отдела? А если не помнит? Тогда в детские дома. По области. Может, Вася, тогда еще и из опеки кто-нибудь проснется, позвонит. Вася, а ты знаешь, я сегодня в интернете читала про детей из детских домов. Они абсолютно не приспособлены к жизни в обществе. Это, конечно, не их вина, но... Ну, что ты хочешь этим сказать? Ну, ты должен понимать, что нас ждет. Наверное, кому-то придется уйти с работы. А вдруг мальчик окажется еще и нездоров? А с чего ты решила, что он нездоров? Ну, подумай сам. Если бы он был нормальный, она, может, его и не бросила бы. Регин, не надо перегибать палку, хорошо? Светлана Алексеевна такой человек, которому отказать нельзя, даже выходной. Но обычно потенциальным родителям мы таких просмотров не устраиваем. Спасибо. А зачем вам Ваня? Если вас интересует мое мнение, то мальчик нуждается в специальном уходе. Если можно, я просто на него посмотрю. Я предупредила. Вон, видите, в черной кофте. Так, ребят, давайте отложим игрушки и встанем в полукруг. Вань, тебя это тоже касается. Илья, тебе мало места? Иди сюда. Так, сейчас мы с вами поприветствуем друг друга. Привет, Кирилл. Я очень рада тебя видеть. Теперь можешь поприветствовать кого-то еще. Привет, Илья. Я очень рад тебя видеть. Илья, поприветствуй Ваню. Илья. Привет, гуманоид. Ты полный придурок. Никакая мама к тебе не приедет. Ваня, Илья. Анечка, мы выяснили, что недавно вы ездили в детский дом. Вы же утверждали, что это не ваш сын. Что это, муки совести или... Я ездила познакомиться. Меня очень тронула история Вани. А что это за история? Расскажите, вы собираетесь поехать к нему снова? Слушайте, ну сколько можно в этом копаться? Перед вами, между прочим, прекрасная танцовщица и солистка моей будущей постановки. Подождите, вы говорите про Анну Каренину? Именно. Прошу любить и жаловать, моя новая Анна Каренина. Но ведь это роль Ирины Вольновой, вашей... Это роль Анны Русановой, которая не только своим талантом, но и своими душевными качествами доказала мне, что я сделал правильный выбор. Боря, ну слушай, так дела не делаются. Ну мог бы меня предупредить, что Ира Вольнова теперь не участвует в постановке Анны Карениной. Я бы тебе ведерочко со льдом принес, чтоб пыл твой охладить. Ну так сейчас неси, в чем дело.
и шампанского. Только вот не надо! Не надо, Боря, это иронии, шутки это не твое! Ты вообще о чем думал? Я хочу сказать, чем ты думал? Ира – это имя! Ира – это афиша! Имя и афиша – это я, Сеня. Между прочим, там моя фамилия. Как быстро все забыли, откуда ее достал, из массовки. Звездой она стала. И хватит о ней, я нервничать начинаю. Спокойно, спокойно, Борь. Ну давай рассуждать логично. Кто под твою Аню из Тюмени денег на постановку даст, к примеру? Конкурс – отличный трамплин для раскрутки. Сень, я знаю, что я делаю. Ну, самое главное, чтобы ты знал, что ты делаешь. А Ира, я тебе вот статью принес, она уже тоже и педагог. Она взяла шефство над детской танцевальной школой. И теперь ее все называют «добрая фея детских сердец». Фея. Эта фея тебя самого в тыкву превратит. Сень, я тебе таких фей наштампую сколько хочешь. Ролики в соцсетях, интервью и все. Вот тебе у нас своя фея. А я тебе что говорил? А ты танцы, танцы. А теперь у нас будет своя Аня из Тюмени. Добрая фея детских сердец. Хорошая идея. Не переживай. Сказали же тебе, приедет. Опять очки спрятал. А ну-ка, найди мне в коробке ключ на 19. Ой, молодец. А у вас меня, скажи, Самсоныч. Господи, за что ж ты мне послал такого упрямого мальчишку? Не уважает старше, смеется. Дед. А? Дед. Ты ж мой золотой. Конечно, дед. Раз. Раз, два. Тяжечка. Четыре, пять. Доверяй мне. Семь и восемь, молодцы. Раз, два, три и четыре, пять. Держим, стоим. Семь и восемь. Еще раз. Три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Раз, два, три. Лагидзе, у вас какие-то проблемы? Нет. Тогда не отвлекайтесь. Я смотрю, Аня зря время не теряет. Главное найти правильную дверь. Я просто увидела открытую машину. Ну и проявила интерес. Ну, выбрала, где поедешь? Поеду куда? Со мной. Или этого недостаточно? Ладно, садись. Покажу тебе ночной Питер. Наш экскурсионный автобус отправляется через 30 секунд. Thank you.
Спасибо. Одна бы я столько всего не увидела. Ну еще бы. Ты же у нас девушка теперь занятая. Борис Александрович. Борис. Мы с тобой практически ночь вместе провели. Борис, я очень хочу съездить к Ване. Завтра же суббота. Хорошо. Но только не завтра. Почему? Я ему обещала. Понимаете, Ваня, он почти не говорит. Физиология? Нет, я не думаю. Я вот в детстве заикалась. Так и не скажешь. Пришлось потрудиться, да. Мне, кстати, танцы помогли. Танцы от заикания? Интересно. Вообще-то пением занимаются. Да. А Ване, ему нужно найти что-то свое, особенное. Я хочу помочь ему это найти. Когда я смогу съездить? Ну, какая быстрая. Я тебе все скажу в свое время. Хорошо? Хорошо. Мальчики, вы Ваню не видели? Нет, он после завтрака не приходил. Илья, ты опять ему что-то сказала обидное? Нет. Встань, когда с тобой взрослые разговаривают. А это что такое? Чтобы больше этого не повторялось, ты меня понял? А ты разве не в курсе? Съемки перенесли на сегодня, на вечер. У тебя еще одно опоздание, и все. Извини, правила не я писал. На электричке ты явно не успеешь. Прости. Что там твой парнишка хоть учудил? Да это я во всем виновата. Я пообещала и не приехала. Но как же вы такое допустили, а? Как же вы могли так просмотреть, ну? А? Есть какие-нибудь новости? Так, и вы здесь. Давайте распределимся по территории. Кто где ищет? А он не мог выйти за ворота? Слушаем меня. Значит, если Ваня найдется, говорим с ним спокойно, как если бы играли в прятки. Понятно? Так, вы давайте собирайте детей и за мной. Смотрите, вон он на крыше. Господи! Ваня! Ванечка! Как ты высоко забрался? Ванечка, может, спустишься ко мне, а? Нет, стой! Не надо. Я сама, ладно? Не шевелись, хорошо? И сейчас. Пришел ответ на мой запрос. Угу. Мальчик, которого мы ищем, был усыновлен год назад. Это точно он. Судя по данным, которые вы мне предоставили, да.
Хорошо, а где? Где он? Ну, в смысле, где эта семья? Ну, я не владею такой информацией. А можете узнать? Теоретически. Но я не имею права разглашать. Ну, подумайте. Ну, зачем вам это? Ну, я хочу его увидеть. У него уже есть отец и мать. Порадуйтесь за мальчика и живите дальше. Так будет лучше для всех. Не скажете, где он? Алло, Регина? Я все ему сказала, как договаривались, но это в первый и в последний раз. Я так испугалась. Я эти высоты боюсь. Взрослые вообще трусливее, чем дети. Я вот боялась, что меня с конкурса снимут и к тебе не приезжала. Прости меня, пожалуйста. Надеюсь, вы понимаете серьезность происходящего. Это ЧП. Марина Геннадьевна, он просто спрятался. Помолчите. Мне не нужны адвокаты. Речь идет о судьбе мальчика. Может, ему было плохо? Плохо и что? В штате есть педагог-психолог, который обязан помогать в таких ситуациях. Педагог-психолог. Не всегда же хочется с кем-то обсуждать. Так, все. Через неделю будет комиссия, которая решит судьбу Вани. Вы свободны. Я сейчас. Марина Геннадьевна, ну, если мы закончили, может, вы устроите для меня экскурсию по вашему замечательному детскому дому? Глупо уговаривать тебя не страдать. Пожалуй, да. Повода ведь нет. У пацана семья. И у тебя семья. Я даже не могу его увидеть. Ну, может быть, когда-нибудь. Как он растет, как взрослеет. Все будет хорошо. У нас будут дети. И ты будешь самым лучшим папой. Смотрите, главное действующее лицо появилось. Браво, 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 Борис. Боренька, ты вовремя. А то мы уже думали заменить председателя жюри. А, интересно, и кто счастливчик? Не сомневайся, нашли бы достойного кандидата. Ну, я думал, достойные уже сидят на своих местах. Смешная шутка. А все-таки, Борис, откуда вы к нам такой эксцентричный вернулись? Федор, вы не старайтесь, у вас даже не хватит фантазии. Все, я готов, можешь начинать. Спасибо тебе большое за разрешение. Я пойду. Камеры готовы? Поехали. Итак, мы начинаем наше шоу «Танц-класс». Танцуй с нами, танцуй лучше нас, если сможешь. И первая участница, которая выйдет на эту площадку, это Нана Лагидзе. Встречаем!
Что? Вылетела. На. Что, добренькая, что ли? Если хочешь знать, вентиляцию на платье я тебе сделала. Понравилось? Зачем? Вольнов тебя и без него видел, ведь так? Чё решила? Следующий тур через постель? По зеленому коридору? Ну, извини, если есть за что. Я пошла танцевать. А следующим номером у нас выступит медсестра из Тюмени. Встречайте, Анна Русанова! Ваня, это танец для тебя. А кто такой Ваня? Ирочек, ты что, новостей не смотришь? Так зовут этого мальчика из детдома. Нет слов, Ань. В самое сердце. Анечка, это было очень искренне и трогательно. Все время в этих дверях. Вы сегодня были прекрасны. Я высокая. Да, хорошая погода. Хорошая. Ну, нормально. Теплее бы немножко. А, ребят, я не с вами. Пока. Пока. Ребят, да пойдемте погуляем. А, ты видела, да? Понятно. Пока. Это было восхитительное выступление. Спасибо. Потому что я думала о Ване. Понимаешь, что-то сегодня изменилось. Конечно, ты стала звездой. Ну, точнее, станешь после эфира. Нет. Я увидела его сегодня там, на крыше. У меня все сжалось внутри. Вот, запомни это состояние. Ты отпустила голову, доверилась чувству и сразу стала живой. А это и есть суть танца. Нет, Борис, ты не понимаешь. У него в глазах было столько одиночества. Ну, зато мы теперь знаем, кого нужно благодарить. Борь, я помню, что я тебе обещала. Но я сейчас ему очень нужна. Мне ты тоже очень нужна. Я тебя больше сюда не привезу, слышишь? Вань, ну все, угомонись, правда. Сам Борис Вольнов упрашивает. Прояви уважение. Ваня! Вань! По-моему, у него шило. Борь! Пропеллер под рубашкой. Ну да. Он у всех детей есть. Боря.
я сейчас тебе одну вещь скажу. Просто у меня одна мысль уже неделю не выходит из головы. Так ты говори быстрее. А то, знаешь, за неделю мысль могла испортиться. Мне кажется, я могла бы забрать Ваню себе. Ты шутишь? Ну, не в общежитии, это понятно. Но у нас с мамой в Тюмени небольшая трехкомнатная квартира. Тебе жар? Нет. Ну, хорошо. Тогда выбрось, пожалуйста, всю эту чушь из головы. Почему? Ну, посмотри, он же взрослый, с ним не надо нянчиться. Господи, Аня, я не понимаю тебя. Ты на пороге новой жизни, Аня. У тебя главная роль в проекте, который скоро станет событием. У меня огромные планы на этот год. У тебя планы. И у тебя планы, потому что я так решил. Здорово. Ванька, пойдем. Пойдем, мой хороший. Давай аккуратненько. Зотова, я вас слушаю. Здравствуйте, это Вольнов. Да. Мы не могли бы с вами встретиться? Хорошо. Да. Здравствуйте. Снова ты. Да, снова. Марина Геннадьевна, что нужно, чтобы усыновить Ваню? Какие документы? Ты серьезно? Да. Ой, дуреха ты, дуреха. Ну зачем тебе это нужно? Объяснить я это не могу. Я просто знаю, что так правильно. Мы должны быть вместе, я этого хочу. Да у тебя одни танцы в голове. Ну какое вместе? Пожалуйста, просто дайте мне список документов. Список? Иди сюда. Иди. Смотри. Это родной отец Вани. Приехал, чтобы его забрать. Привет, Василий. Привет, Ваня. Я Василий. Привет, я Василий, твой папа. Добрый день. Здрасте. Давайте знакомиться. Привет. Вань, я твой папа. Вань, поздоровайся. Я Василий, я твой папа. Ваня не очень хорошо идет на контакт. Дайте ему освоиться. Это игра такая? Догнать надо? Ну, попробуйте. А. Подержите. Ну, берегись.
Давай я с ним поговорю. Я сам. И что теперь? Ну как что? Оформит документы и заберет Ваню в свою семью. Откуда он вообще взялся? Может, он вообще никакой не отец? Думаешь, я просто человеку с улицы отдам мальчика? В браке они были с Ваниной мамашей. Ну, видно же, мужик хороший, а про ребенка ничего не знал. Да даже если был мужем, а что это доказывает? Где он был все это время? Слушай, уймись, а? Я тебе совершенно ничего не должна объяснять. Ну, пойми, так будет лучше для всех и для тебя в первую очередь. Занимайся своей карьерой, танцуй, а про это просто забудь. Ну, уже не котенок. Погладил, забыл. Привет, мой хороший. Познакомился с папой. Ванька, ты же умный парень, да? Надо дать ему шанс познакомиться. Ванька, вот ты где. Вы его напугали. Извините, не хотел. Вань, я к тебе скоро опять приеду. Хорошо? Ну, давай, Ванюш. Ну, до встречи. До свидания. Ванечка, на, держи. Иди, отнеси к себе в комнату. Аня, наверное, вам нужно сделать паузу в общении с Ваней. Понимаете, он должен привыкнуть к мысли, что у него есть отец. А ваше присутствие его только отвлекает. Пожалуйста. Ну, если он действительно вам дорог, то вы примете правильное решение. Извините. Ты зря стараешься. Его сейчас, кроме Русанова, никто не волнует. Нан, мы тебя же вернули в конкурс. Чего ты злорадничаешь-то все время? А чем она лучше меня? Устали? Встали и работаем. Здрасте. Вы здесь работаете? Просто вижу, что Ванька вам доверяет. Скажите, как так можно? 6 лет у мальчика не было отца, а тут вдруг появился. Машинку подарили, да? А вы кто такая? Мама его. Кто? Ну, не биологическая, понятно. Ваня меня так называет. Очень интересно. И давно? Какое это имеет значение? У меня было достаточно времени, чтобы полюбить его как родного. Как здорово. Ну, поподробнее, пожалуйста. Поподробнее? Да. Пожалуйста. Я хотела его усыновить. Ах, вот оно что. А я вам, значит, все карты ты испутал, да? Теперь понятно, кто его против меня настроил. Вы хоть думаете, что вы говорите? Да тут и думать не надо. Идиот. Что? К Ване больше не подходите! Что ты чувствуешь? Вашу ногу на моей спине. Смешно. А так? А! Больно! Вот. Я хочу видеть чувства, когда ты танцуешь. Я хочу сопереживать тебе. Никита, ты хорошо двигаешься. Но знаешь, чего тебе не хватает? Осознанности ему не хватает.
Ты его спроси, он даже не знает, зачем он здесь. Боря. Тебе зато всего хватает. А что ты решил обратить на меня внимание? Я ж бездарь. Вот, хамство твой единственный талант. Боря. Никит, постой. Ох, Ваня, какой подарок. Вот если бы мне в детстве кто такую подарил. О такой игрушке только мечтать можно было. Ибо, Ваня, ты добрый мальчик. Но это тебе отец твой подарил. Береги его подарок. Хорошо, что отец твой нашелся. Мама. И мама, и папа, хорошо. Но папа наш человек. Мужик. Может, мне поговорить с ним? С отцом, с этим? Ну, хочешь, вместе туда поедем? Зачем? Ты его сын. А я кто такая? Ну, ты маленькая моя. Ты такая эгоистка. У Вани будет семья. Не могу радоваться, мне плохо. У него будут настоящие родители, а я была так, понарошку. Ну все. Все будет хорошо. Ты где был? Привет. Машина 2 часа под окнами стоит, телефон не отвечает. Ой. Был повод выпить втихаря? Был. Был? Ренусь. Я с сыном виделся. Ну, с сыном, Ренусь, ну брось ты телефон. Ты не настолько пьян, чтобы бредить. Я его нашел. Представляешь, купил ему машинку, ну, подарил. А он ее не... не взял. Ай, ай, забавный парень какой. Ренусь, ты мне поможешь? Ну... Ему ласку сейчас нужно. Ну, мать можно. Я ему не мать. Ну. Ну, ты же женщина. А значит, мать. Ничего это не значит. Я вас не сомневаюсь. Просто понимаете, порядок есть порядок. Угу. Зато теперь вы можете смело начинать действовать. Результат экспертизы ДНК у вас на руках. Справка из ЗАГСа и роддома тоже. Так что... Марина Геннадьевна, когда я могу его себе забрать? Василий Алексеевич, давайте договоримся сразу. Терпение, еще раз терпение. Инга Валерьевна за Ваней наблюдает. Угу. Как только он будет готов, тогда... Ну, хорошо, идите к Ване. Угу. Потому что у меня тоже дело не в проворот. Хорошо. Спасибо. Ванька, ну чё тут один? Пойдем, может, машину тебе покажу. За рулем посидишь. А? Да не стесняйся ты. Запрыгивай. О, молодец. Ну чё, нравится? Мама. Будь тебя мама, сынок. И папа будет. И дом новый.
Только ты не должен меня жалеть. Я хочу тренироваться так, чтобы в голове не было ни одной мысли о нем. Мне нравится твой настрой. Это настрой победительницы. Вперед. Региш, очень вкусно. Ваньке бы точно понравилось. Слушай, а забавный он, конечно. Вот не говорит, а понятно все. Он так и будет молчать? Да нет. Заговорит, я думаю, просто попозже. Мне кажется, что в его возрасте дети уже давно разговаривают. Он будет. Угу. А что ты сегодня кусачая такая, а? Суеты много перед свадьбой. Угу. Регин, я вот спросить тебя хотел, может, перенесем? Нет, ну ненадолго, конечно. Сейчас просто Ваньку перевезем. Надо парню дать освоиться. Мы же и так вместе, Регин. Может, нам перенести его переезд к нам? Пока он не привык к домашней еде. Регин, ты серьезно сейчас? Да, вот такая я эгоистка. Мне надоело ждать. Ну, хорошо, но... Конечно, не будем ничего переносить. М? Ладно, забыли. Да что с тобой такое сегодня? Вышла в полуфинал и расслабилась? Черт, у нас осталось меньше недели. Извини, давай еще раз. Еще раз? Мы уже репетируем больше 3 часов, Ань. Слушай, у тебя косяки вылезают в самых простых местах. Ты где? О чем ты думаешь? О танце, конечно. О танце? Я вообще-то думал, что у нас танец страсти и желания. Я просто устала. Чтоб я не слышал этого! Я поставил на тебя! Ставят обычно на лошадей, да? Ань, чтобы двигаться дальше, нам нужна победа. Ну как я могу убедить других, что ты лучше Ирины, если я сам этого не вижу? Ты обязана победить. С тобой все в порядке? Сейчас пройдет. Просто немного прихватило. Я, наверное, перезанималась. Он тебя вообще загонит. Ты хоть ела сегодня? Что вы все бабы в нем находите? Пусть это будет нашим маленьким женским секретом. Вот он 3 раза был женат. И все его бывшие ненавидят и любят его одновременно. Они сами тебе рассказали. Ира, его бывшая, вообще не чокнулась на этой почве. Ну, когда он ее бросил. Зачем тебе его жизнь? Живи своей. Он же старый. Зачем тебе это? Нет, ты не прав. И вообще-то ведешь себя как обиженный подросток. И что? Если бы у тебя был такой отец, ты бы меня поняла. Слушай, а попробуй с ним подружиться, что ли. Ну, он привык, чтобы ты всегда хамишь ему. А ты просто подойди и попроси помочь. Мне не нужна его помощь. Мне ничего от него не надо. Что у тебя с постановкой? Как спонсоры? Дьяков думает, остальные отказали. Ты прав, ее никто не знает. Нужна громкая победа. Ага. Браво! Аня, браво! А ты уверен, что она будет? Какая-то она вялая. А скоро полуфинал. Все нормально, просто... Пацана отец нашелся, Аня вроде как на делах переживает. Вот как? Сам нашелся? Как же сам?
Чего только не сделаешь ради искусства. Она же всерьез про усыновление думать начала. Оль, вот ты мне объясни. Вот кажется, вот, глупость – это такая болезнь, которая протекает бессимптомно. Вот кажется, умная баба, а потом бац! Оказывается, дура. Тень, ты не переживай. Мне проблемы тоже не нужны. Тем более чужой парнишка из детдома. Понимаю. Просто я думал, что у вас любовь. Я болен, но не безумен. Хорошо. Ну, надеюсь, хоть первое место от вас-то не уйдет. И поддержка. Хорошо. Все, перерыв. Аня. Скорую позови. Удобно? Вот, отлично. Ну, если что, звоните. Хорошо. Я думаю, справимся. Главное, не торопите события. Ну да. Удачи. Удобно тебе там? Сейчас домой приедем, комнату свою увидишь. Мы тебе там целую коробку игрушек приготовим. Майка, завтра поедем с тобой в мастерскую, познакомишься с дядей Олегом. Мы с ним вместе работаем. У него сын Мишка, но вот такой парень, дружить будет. Мама! Да, сынок. Мама. К маме едем. Она тебе там что-то вкусненькое приготовила. Мама! Ты ее загнал своими репетициями. Никит, перестань, а? Просто забыла позавтракать. Опять? Аня, я поеду за скорой на своей машине, ты не бойся. Лежи. Лежи. Да я в порядке. Аня, давление низкое сказали, но лежи, упадешь опять. Вот мы. Ой. Давай. Что это мы с тобой в одежде-то, да? Здравствуй, Ваня. Я очень рада познакомиться с тобой. Ванюш. Вань. Ваня, а что ты ищешь? Мама. Приятель, так вот же мама. Мама! Ну что, пойдемте к столу. Давай. Опа. Садись. Опа. Голодный? Спасибо. Ваня, Ванюш, ненавижу больницу. Не надо было никакую скорую вызывать. Ну, вообще-то я отвечаю за тебя. Извини. Просто в детстве каждые каникулы меня на месяц запихивали в стационар. Ты же говорила, что танцы помогли. Да, потом помогли. А до этого меня усиленно лечили врачи. Ну все, теперь тебя буду лечить я. Что там сказали? Покой, сон и усиленное питание. Да.
там в игрушки играет. Что теперь? Будешь искать ему другую маму? Кого? Регин, ты чего? Ну, какая другая мама? Ну, подумаешь, взбрело парня, называет маму какую-то ненормальную. Ты сейчас это реши, пожалуйста. А что сейчас решу, Регин? Что я сейчас могу решить? Надо просто набраться терпения и ждать, пока он к нам привыкнет. Понимаешь? А? Ты меня любишь? Ну, конечно, люблю. Ты чего? Ну, перестань. Ну. Ты чего плачешь? И тумбочку тоже забирай. У меня после развода с мебелью напряжен. Она прикручена. Тогда будем бросать жребий, потому что шкаф у меня один. Вовсе не пустой. Ты шопоголик? Ну, я борюсь с этим. Недавно в Милане даже сдал свою кредитку на хранение в сейф-отеле. Ладно, давай, я скоро. Пока. Да, не одна. Угу. Ну что, поздравляю. Ты крута. Аня из Тюмени. Слушай, давай просто пожелаем друг другу удачи. Я в чем-то перед тобой виновата. Ладно, иди сюда. Все фигня, кроме сцены. Мужики будут всегда, и что, из-за них постоянно ссорятся? Правда. Давай, иди и не упусти свой шанс, подруга. Че, мужик, проголодался? Че нас не кормит, а? Давай требовать, имеем право, да? Еды. Еды. Вот, видишь? Спасибо. Попросили, и все, есть еда. Прекрати, тарелку разобьешь. Ринусь, прости, я научил. Не стучи, ладно? Потом. Вайк. 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 Хватит, Ваня. Господи, ведешь себя как дикарь. Не надо. Что не надо? Ты считаешь, ты нормальным? Вась, я тебя спрашиваю. Спасибо. Приятного аппетита. Увлеченный человек уязвим. Просто никогда раньше это кино не видел. А я в юности часто его смотрел. Только с возрастом понял, что такой любви не существует. Ну, это просто красивая сказка. Что? Нет. Да. Нет. Да. Любовь, она в каждом. Просто нужен тот самый единственный человек, чтобы она проявилась.
наивные мысли наивной, красивой девочки. Перестань, я же не говорю просто о любви между мужчиной и женщиной. Вот когда Ваня меня первый раз мамой назвал... Ваня — это не любовь. Это жалость. Ты разочаровавшийся в жизни скептик. Понял? Что? Скептик. Повтори. Скептик. Кто скептик? Я скептик, да? Я скептик. Кажется, я снова чувствую вкус любви. Ты что, ела виноград? Да. Так. Завтра бьешь баклуши последний день. Поняла? У нас осталось всего лишь две репетиции перед полуфиналом. Слушаюсь. Ну вот, сын, моя мастерская. Глядишь, попозже твоя будет. Машина синим. Не игрушечная, а настоящая, здорово. Олег где? Олег! Вот. Нравится? А? Ну что, молчишь, ты говори. Че? Да, сын, торцевой ключ. И знаешь, когда обычным ключом до болта гайки нельзя дотянуться, то вот его так набрасывают, хоп, и затягивают. Понял? А? Попробуй. Привет всем. Привет. О, привет. Ты с помощником? Еще с каким? Сын мой, Ваня. Знакомься. Ну, держи краба, приятель. Олегом меня зовут. А ты можешь звать дядей Олегом. Стесняется. Ну, понятно. Ну как, нравится тебе папкина мастерская? Мама. А, понравилась, значит, мама Регина. Вань, ты чё? Чё это с ним, Вась? Да ничего. Проехали. Ты уже на Софи его взял? Mm-mm. Привыкает пока. Два дня в неделю. Вася! Ох ты! Вася! Не Вася, а папа. Вася! С характером парень-то. Да. Мама! Мама! Вань, зачем вы приехали? Я же вам по телефону сказала, я не могу дать вам его адрес. А вдруг ему там плохо? Вы хоть были там? Не переживайте, у него все хорошо. Я просто проверю. Инга, мне нужно знать, что у него все в порядке. Пожалуйста. Аня, я понимаю, что вы болеете за Ваню, но так нельзя. Он теперь в семье. Игры в маму закончились. У него есть настоящие родители. А, теперь это так называется. Интересно, а все любящие жены беременеют от других? Я тебе говорила, что это твой ребенок. И этот выкидыш на твоей совести. Я спала с Дьяковым ради тебя. Он финансировал твои постановки, чтобы ты мог у нас творить. Мой... О, наша новая муза. И что, правда умеет танцевать? Ир, тебе пора. Девушка, вы не обольщайтесь. Он же вас просто использует. Нет, почему? Она действительно будет танцевать Карину вместо тебя. Да? Да. Посмотрим. Не обращай внимания, это просто зависть. Регин, ну обидно такие деньги терять. Там делов на полчаса. Я с ним одна не останусь. Ну а почему нет-то? Он спокойно играет, смотри. Ну? Регин, ну правда, я столько заказов уже упустил. Ну ты теперь отец. Вредничаешь. Где потом, скажи, деньги на свадьбу возьмем? А? Ладно, только будь на связи. Конечно. Мне как-то не по себе. Ну-ну-ну-ну. Все будет хорошо. Ванюш! Ваня, подойди, пожалуйста.
Скоро буду. Ага. Побудь с мамой Региной, а я скоро приду. Ладно? Я по делам. Давай. Как дела? Мама. Ты же знаешь, что никакой мамы нет. Я, может, тоже не хотела бы, но мне приходится быть твоей мамой. Давай попробуем дружить. У тебя нет выбора, Ваня. Другой мамы у тебя точно никогда не будет. Ну, не мог он специально в тебя песок бросить. Ну, случайно вышло, да? Убери его от меня. Регин, вот пацан извиниться подошел. Чего ты себя ведешь, как ребенок, а? И что, его теперь по шерстке гладить? Да хотя бы какое-то время не провоцировать. Слушай, я только и делаю, что подстраиваюсь. Хорошо, я с ним поговорю. Ладно? Что он тебе скажет? Папа, я больше не буду? Ты хоть знаешь, что у него на уме? Ванюш! Танцами не прокормишься. Хотя некоторым, конечно, очень даже. Как ваша девочка? Успокоилась? Мне вчера Зотова звонила, сказала, Ваня уже в семье. Вроде успокоилась. Она вам потом еще спасибо скажет за то, что вы ее от чужого ребенка избавили. Здравствуйте. Ванечка, скоро ваш выход. Болела, может, ей плохо? Плохо сейчас будет мне. Вот что бывает, Борис, когда лично мешают с профессиональным. Да что она творит? Просто держись за меня.
Вася, ты был в детской? Нет. Он испортил все обои, мебель. Все изрисовано фломастерами. Мама! Регин, включи, пожалуйста, там девушка танцует. Девушка? Да. Вась, ты слышал, что я сказала? Я слышал. Мама! Да нет там никакой мамы. Умерла твоя мама. Вань. Ты что, ну не надо, Вань. Вась, ну сколько можно ему потакать? Замолчи. Ванюш. Ну ты что, ну не надо. Ванька. Ну что, волнуетесь? Расслабьтесь. От вас уже ничего не зависит. Для финала мы должны выбрать всего 6 танцоров, 5 из которых выберет жюри, а одного спасут телезрители. Борис, вы хотите что-то сказать конкурсантам? Ну что, наверное, нет ничего мучительнее, чем ожидать результаты. Да. Обидно будет вылететь, не зная причины. Отец виноват. Конечно, за последние недели мы стали, наверное, одной большой дружной семьей. К сожалению, с кем-то из вас сегодня придется проститься. Все равно. Я туда не вернусь. Что ты говоришь такое? Что случилось? Для меня все закончилось. Мама, а ты не будешь считать меня неудачницей, если я вернусь вот так? Для меня ты уже победила. Ну, а дальше сама решай. Спасибо. Все мои усилия перечеркиваешь. Все ему разрешаешь, все прощаешь. Я просто хочу, чтобы к Ване относились по-хорошему. Ну ты же видишь, что он необычный. Больной, Вася! Твой ребенок больной! Не надо так говорить. К нему, если с любовью, он здоровый. Так я его еще и полюбить должна. За то, что я для него пустое место. За то, что он в меня песком бросается. Регин, ты ведь никому ничего не должна. Только какой в этом смысл, если мой ребенок вызывает у тебя такие эмоции? Ты хочешь отменить свадьбу?
Регин. Сейчас. Регин. Ну, подожди, ну, Регин. Ну, ты что, так и будешь молчать? Ну, извини, я вчера, наверное, погорячился. Ты сказал то, что думал. Не надо извиняться. Регин, ну ты меня тоже пойми. Я же не могу между вами выбирать. Ну, не заставляй, а. Извини, но по-другому не получится. Или ты отдаешь своего ненормального сына обратно в детдом, или я ухожу. Думай, до завтра. Анна Каренина явилась. Скажи спасибо, что оставил тебя в конкурсе. Спасибо. Мне кажется, я не давал тебе права распоряжаться моей жизнью. Дура. Ты что думаешь, что можно вот так вот просто приехать в свою Мухосранска и конкурс выиграть? Главную роль получить, да? Нет, не думала. Ты все решил за меня. Решил, как тебе удобно, да? Хотел сделать из тебя звезду. А я тебя об этом просила? Ну да, я дал денег, чтобы мальчишки нашли его папашу. Что в этом плохого? Что? Ты меня подставила! Ну что, ты еще прибежишь ко мне. Фу. Как там, приятель? Мороженое хочешь? А? Ну, чего это так долго, а? Ты как позвонил, я сразу сюда. Как ты мог его потерять? Да я не знаю. А я тебя предупреждала, что он проблемный. Мне об этом еще в детском доме говорили. Где?
Ты что, была в детском доме? Да. Ты знала, где мой сын, и не сказала мне об этом? А сам не понимаешь? Господи, Вася, да я как только его увидела, поняла, что нам не справиться. А как ты... Реги. У меня в голове не укладывается. Но ведь я оказалась права. Ему нужен специальный уход. Режим, психологи. Как только найдется, отправим его. Замолчи. Что? В смысле? В прямом. Я его никуда не отправлю. Или ты принимаешь все как есть и находишь к нему подход, или мы расстаемся. А что я, по-твоему, делала все это время? Твой сын меня ненавидит. А может, это ты его? Знаешь, может, да. Может, мне надо было бросить тебя, как только ты получила это письмо, или еще раньше, не тратить время на такого. До вечера я вывезу свои вещи. Вот он беситься будет, когда узнает, что ты его с Финалом кинула. Правильно. Покажи этому козлу, чего ты стоишь. Видимо, немного. Перестань. Ты ни в чем не виновата. Я. Yeah. Может, это нормальная цена за мечту? Есть ему дело до твоей мечты. Тут такие бабки, имя, все такое. Он тебя просто использовал. Девчонки, вы чего здесь? Аня уезжает домой. Что? Что слышал? Ты не можешь уехать. А тебя здесь вообще никто не спрашивает, сыночек. А ты, подружка, вещи помогала собирать, лишь бы свалила побыстрее? Чего? Никита! Никита! А я тебе говорил, какой он. Ну, вы, бабы, все одинаковые. Ах, Борис Вольнов! Да это вы все одинаковые. И ты будешь таким же, как твой отец. Дура! Ну и вали отсюда. Извини. Да пошла ты. Почему ты позволяешь ему победить? Наплясалась. Ну, ведь впереди только финал остался. Если победишь, то он тебе будет по барабану вместе со своими постановками. Я не могу. А как же мальчишка? Его ты тоже бросишь? Не твое дело. Да ты должна ему, понимаешь? Победить ради него, ради этого пацана. Я за паспортом пришла. Бурная ночь? Я думал, смерть пришла. Почти угадал. Ну, согласись, красиво умереть тоже нужно постараться. Роль твоя. Какая роль? Ну, хватит. Добилась своего, молодец. Вальнов, вот я скажу тебе правду. Никогда в жизни ты не понимал, что мне на самом деле нужно. Ира, давай ты просто уйдешь и все. Боря, я выхожу замуж. Что, поздравляю. Постановка больше не твоя.
Мой будущий муж нанял мне французского хореографа, который поставит Анну Каренину для меня. Не понял. Кстати, девочка твоя хорошая оказалась. Я конкурс посмотрела. Ну и не дурочка, видимо, раз раскусила тебя. Адьё, Вольнов. Ну что? Ну, я вроде вот все написал. Угу. Вы, пожалуйста, мне сообщите, если вы найдете. В первую очередь мы сообщим директору детского дома. Ну и... Что? Вы пока не являетесь его законным представителем. Поэтому связь держите с ними. А сейчас, пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Угу. Давайте. Так, Ваня 6 лет 9 месяцев. Практически не говорит, на контакт идет плохо. Да. Ну, ему нужно время, чтобы привыкнуть к человеку. То есть у вас он тоже не привык, разбежал? Да нет, у нас все было хорошо. Ага. Конфликты в семье были? Он же у вас недавно? Да, недавно. Регина моя, с которой живем вместе, ага, у них с Ванькой как-то не складывалось. А утром между ними ссоры не было? Да не, ну какие такие ссоры? Нет. Что-то вспомнили? Он мог разговор из машины слышать. Угу. Она хотела его в детдом отдать. Ясно. Мама. Ну что, может, такси? Не, такси дорого. Ладно. Присядем на дорожку. Доченька. Мам. Ты прилетела ко мне, да? Не могла заснуть после нашего последнего с тобой разговора. А у тебя завтра финал. Ты ж прости, что я вот так без разрешения. Ух, мам. Ну, мы, Русановы, всегда все делаем без разрешения, да? Я так решила. Я возвращаюсь домой. А, значит, поехали на вокзал? Ну, на самолет у меня нет денег. Я думала, ты будешь меня отговаривать. А надо? Хочешь, я скажу тебе все, что я думаю по этому поводу, а ты сама примешь решение, хорошо? Я не буду притворяться. Мне твоя танцевальная лихорадка никогда не внушала оптимизма. И этот конкурс... Да нет, не конкурс, а все, что здесь с тобой произошло, что здесь случилось. Ну, в общем, ну, раз уж ты вступила на этот путь, его нужно пройти до конца, понимаешь? Тебе самой. Ну и, наверное, для этого мальчика тоже, который смотрит твои выступления. Мам, я тебя люблю. Но вы же его лучше всех знаете. Может, место какое рисовал, а? Человека. Ну дайте мне хоть какую-то зацепку. Слушайте, он все время повторял: мама, 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 мама. Аня, это девушка, которая танцует, она совершенно чужой ему человек, но он называет ее мама. Ну вот уже что-то. Что за Аня? Где искать? Да ее искать не надо. Вон телевизор включите. Она недавно приезжала к нам в детский дом. Вот как? А почему я об этом не знала? Я думала, это не важно. Аня требовала адрес Василия. Понятно. Мой? Понятно.
Не уходи, пожалуйста. Анна, дай на минуточку. Конечно. Ну, я рад, что ты здесь. Не сейчас, пожалуйста. Как скажешь. Где Ваня? Что? Ваня где? Кто? Почему посторонний? Тихо, спокойно, спокойно, спокойно. Успокоились. Здравствуйте. Старший лейтенант Петров. Вот мои документы. Я так понимаю, вы Анна Русанова? Я. Боря, отойди. Где вы были сегодня в 9 утра? Я была в общежитии. Нана, скажи им. Я не знаю. По-моему, ты вернулась после 10. В таком случае я попрошу вас проехать с нами в отделение. Стоп, что значит проехать? Вы понимаете, что у нас завтра финал? Что это такое, знаете? А то, что 6-летний мальчик пропал, вы это понимаете? Ваня пропал? Пропал! А что вы так нервничаете, Анна? Вы у него вот спрашиваете, почему от него ребенок сбегает, а не у меня. Так в отделении разберемся, пройдемте. Пройдемте. А что, сразу нельзя было мне позвонить, да? У меня нет вашего номера. Спросили бы у Инги. У нее есть. Устроили цирк. Знаете что? Разве не вы у Инги требовали мой адрес? Я соскучилась по Ване. Так соскучились, что похитили. Думать не пробовали, нет? От хороших отцов не сбегают. Вот если бы вы не поддакивали ему, не называли себя мамой, задурили пацану всю голову. Долго нам еще? Минут 15. Доедем без жертв? Будем надеяться. Надейтесь. Финита ля комедия, Борь. Молодец. С постановкой в пролете. С конкурсом черт знает что. Я уже ощущаю запах того, во что ты нас втянул. Слушай, как же ты меня достал. О, Боря, если б ты знал, как это чувство взаимно. Ты просто неудачник. С двумя бабами не смог справиться. Ни одной не осталось. Ты теряешь сноровку. Все еще возможно. Аня выиграет конкурс, и будут и спонсоры, и постановка. Буренька, такое ощущение, что этот ты из Тюмени приехал. Никто тебе ничего не даст. И, кстати, хореографа на Каренину уже нашли. Поставлю что-нибудь другое. А танцевать будет Ирина, когда вернется из свадебного путешествия с Дьяковым. И он бы ни за что тебе не дал денег по Даню. Он просто издевался над тобой по просьбе своей будущей жены, доброй феи детских сердец. Аривидерчи. Серег, тебя начальник вызывает. Ага, присядь, я быстро. Хорошо. Вы что, всерьез думаете, что я где-то прячу Ваню? Нет, наверное. Наверное. А чего мы здесь тогда сидим? А что нам делать? Искать. Вы всегда такая? Я разная. Вы идете?
Правда, что они забрали? Нана! Да? Поехали. Она же с нами была, и пацана с ней не было. Что с ней так возитесь? Сейчас все выяснит, и вернется твоя Аня. Наверное. Ты сдурела? А что в ней такого? Все ей. Конкурс, Вольнов, главная роль, а ей это не нужно. Перестань так говорить. Не перестану, потому что я лучше, чем она. Может быть и так. Только в одном вы отличаетесь. Аня бы никогда так не поступила. Ладно, выезжайте на репетицию, а я листовки раздам. Что? Зачем это? Я никуда не поеду, пока Ваня не найдется. Хорошо. Тогда сейчас выйдем, вы район справа обходите, а я слева. Через час у машины встретимся, ладно? Хорошо, поняла. Ань! Спасибо. Ну я же вам звонил, вы сказали, что она у вас. Что значит ушла? То и значит, ушла вместе с отцом пропавшего мальчика. Она не задержана, имеет право. У вас все. Куда ушла? У меня завтра финал. Не знаю. Видимо, на поиски. Здрасте. Что у вас? Здрасте. Запишите, пожалуйста, что я ошибалась, что Аня с утра была в общаге, и никакого мальчика она не похищала. Запишу, присаживайтесь. Ошиблась. Ошиблась. Что, так победить хочешь, что подругу подставить готова? Она мне не подруга. Да, хочу. У меня же нет любовников, председателей жюри. Ну, ты какая? Такой грустный. Тебя видели? Мама. Что, мама? Мама. Мальчик, ты можешь просто сказать? Странный ты какой-то. Ну как? Есть новости? Нет. Надеюсь, что кто-то позвонит. Самодельное колечко? Кольцо. А, да. Ваня подарил. Надо же. Рукастый парень у меня растет. Мне не подарил. Колечко? Проволока, наверное, закончилась. Конечно. Ты ревнуешь? А ты бы не ревновала, если бы твой сын чужого дядю называл папой, а тебя выигнорил? Я бы присмотрелась к этому дяде. Знаешь, если серьезно, я когда тебя первый раз увидела, я подумала, что Ване очень не повезло с отцом. Ты какой-то угрюмый, что ли, был. Я такой? А я, когда тебя увидел, я подумал, что ей что-то нужно от Вани. Определенно. Похоже, нам с тобой нужно одно и то же.
все еще здесь сидишь? Ну и что мне с тобой делать? Ты по-человечески не можешь объяснить? Где твоя мама? Полный отпад. И что это значит? Ты опять за свое. Потом появился ты, и я стала лишней в жизни Вани. Да, я не хотел, прости. Ну за что прости? Ты прав. У тебя семья, жена. Что ты мог ей сказать? Извини, дорогая, тут с мальчиком еще мама прилагается. Я не женат. Но ты права, без тебя проблем достаточно. Без меня или из-за меня? А давай не будем об этом. Ну что, есть идеи, куда дальше? Ешь. Мама сегодня на работе, у нее ночная смена. Поэтому вернется только утром. Переночуешь сегодня у меня. Тебя, наверное, все ищут. Так она правда твоя мама? Круто! Завтра поедем на этот конкурс и ее найдем. Ты потом хоть говорить будешь. Утро уже скоро. А у тебя финал сегодня? Да, правда. А знаешь, такое чувство, как будто все было не со мной. Или очень давно. Да. Это был очень длинный день. Знаешь, так странно. Я ведь стремилась к этому финалу. Мечтала о нем. А теперь мне не до него. Не, ну так тоже нельзя. Вот не пойдешь туда, будешь жалеть ведь всю оставшуюся жизнь. Лишь бы Ваня нашелся. Тогда я ни о чем жалеть не буду. Да ничего, задумался. О сожалении. Вчера с Региной расстался. 3 года вместе были, к свадьбе готовились. Казалось, вот все, в жизни есть цель. И в один момент – бах! И все. Пусто. Как будто и не было ничего. Ни сомнений, ни сожалений. Мне надо что-то сказать.
Интересная ты, Аня Русанова. Ай, господи, наконец-то! А вы, Борис, слишком маневрены. Слава богу, мы на финишной прямой. Так это же хорошо, движение — жизнь. Кстати, прекрасно выглядишь, Вера. А он спринтер, Верочка. В чем дело, догоняй. Так, ребятки, ну что, поздоровались? Закончили? Ани же нет. А где Русанова? Так, начнет прогон без нее. Командуй. Кондрат, начинаем прогон, ставь первый трек. Все готовы? Поехали! Так, сначала едем на маршрутке, потом на метро и совсем потом пешком. Нам целый час добираться. Я прочитала про тебя. У тебя папа нашелся. Зачем ты от него сбежал? Я вот папу вижу редко. Избегать от него мне не хочется. Но мама у меня крутая. Строгая только. Здорово, что у тебя есть и мама, и папа. Ладно, пойдем. Ты только помири родителей. Ребят, постойте. Как раньше. Да. Алло, да. Что? Все, я еду. Вот. Слушай, ты пока можешь 5 минут возьми. Молодец. Водички там попей. Давай, 5-7 минут. Ну, гляди, наш-то Борис новую пассию себе нашел. Быстро он. Ну, козел уже. Так, Федя, он твой старший товарищ. Просто любит он танцы и женщин. И тебе до него как до луны. И до Нана, кстати, тоже. Спасибо. Иди, репетируй, танцор. Не поняла. Зачем мы здесь? Так у тебя же финал. Так. Ваня нашелся. Когда? Я подробностей не знаю. Петров сейчас позвонил. Поеду к ним. Ты ведь привезешь его сюда? Ну, обязательно. Я думаю, что Ваня сам захочет сюда приехать. Но ты должна победить, иначе мы не будем за тебя болеть. Василий, у вас двойные стандарты. Удачи. Я веду брата к репетитору. Вот как. И чем занимается твой брат? Английским. Английский — это хорошо. Дорогу аккуратнее переходите. Спасибо. Пронесло. Хорошо. Давай, давай, амплитуднее можешь. Точка. Нет. Давай еще раз. Готово? Поехали. Так, так. Проезд. Анечка, добро пожаловать в танцы. Ну, вот и наша звезда пожаловала. Давайте репетировать. Вера, продолжишь? Ванька, Ванька.
можно. Волнуешься? Вот, пришел пожелать тебе удачи. Спасибо. Можем попробовать начать все сначала. Ань, мы нужны друг другу. Я тебе обещаю, я все беру на себя. Тебе вообще не придется ни о чем думать. Ты будешь только блистать. Я больше этого не хочу. Не хочу жить только танцем. Ты просто устала. Ладно, давай поговорим об этом после конкурса. Танцевать. Но потом я вспомнил, что я не умею петь, управлять яхтой, вертолетом. Как бездарно я провел 45 лет своей жизни. Но не будем о грустном. Встречайте следующий участник, Ахметов Аслан. Бурные аплодисменты! Поехали! Да. Как мы нашли? Подожди. Я ничего не понимаю. Ты сказал, что Ваню нашли. Ань, они тоже так думали. Другой парень. Возраст тот же, документов нет. Вот обознались. Гусанова где? Спасибо Аслану и его хореографу за восточный колорит в современном танце. Я пережду ваши аплодисменты, и мы продолжим нашу программу. Встречайте следующего участника, Никита Вольнов! Так. А Ваня где? Я не знаю. Ищут. Ладно, будут новости, сразу отзвонюсь. Пока. Так, почему ты здесь?
Что опять случилось? Ваню не нашли. Да найдется твой Ваня. Ты понимаешь, что сейчас там идет съемка? И скоро твой выход. Не могу. Не могу. Нужно воздухом подышать. Аня! Аня, не делай глупости! Анечка! Мам! Познакомься. Это Ваня. А это его подруга. Маша. Очень приятно, Наталья Андреевна. Итак, наш конкурс подходит к концу. Остался всего... Ну вот, вы как раз вовремя. Там твой выход. Один, вернее, конкурсантка. Алло, Вась, я его нашла. Да, да, не волнуйся, он со мной. Переезжай на студию. Итак, давай. На сцене Анна что? Русанова. Пойдем посмотрим. Давайте сюда. So consequences brought me in this room.
5, 4, 3, 2, 1. Стоп! Линии для голосования закрыты! Все, дорогие друзья, мы с вами проделали долгий путь. И если вы спросите меня, кто из вас победил, то я скажу, что вы все. Но что решит наше многоуважаемое жюри и телезрители, мы с вами узнаем сейчас, в эту минуту. И я попрошу ассистентов принести конверт на сцену. Спасибо. По мнению многоуважаемого жюри, в шоу «Танцкласс» победил Никита Вольнов! Поздравляю! Но это еще не все. Мнение жюри и телезрителей разошлись. Приз зрительских симпатий получает Анна Русанова! Борис? Ну что, наверное, еще раз поздравлю победителей. Молодцы. А, только вы знаете, как трудно это все досталось. Мы с волнением наблюдали за вашей серьезной борьбой. Но конкурс есть конкурс. Здесь побеждает сильнейший. Приезжайте к нам на следующий год и дерзайте.